как мы там, мы живем, а выживаем. Во-первых, от имени нашего населения я хочу сказать большое спасибо Кабылкину Дмитрию Николаевичу, Тен Сергею Юрьевичу, Володину. Большое спасибо, что наконец вы приняли какое-то внимание, обратили на нас, граждан правового государства. Мы все конституционно равны, должны быть в правовом государстве. Фактически у нас этого нет. Может, кому-то понравится мое выступление, не понравится. Я просто общественник, я просто человек от народа. Простите, я не так часто выступаю на таких уровнях, но я скажу все, что наболело, и что я как человек, мне 75 лет в январе было. Я хорошо помню все, допустим, после 15 лет. 60 лет я, как говорится, испытываю все, что где я живу. Значит, поблагодарила